Дорогой, что-то не так? Я же просил тебя не надевать это платье. Оно слишком кричащее. В черном ты выглядишь гораздо элегантнее. Я не люблю черный цвет. К тому же, у нас праздник, а не траурная церемония. Странно, что это говоришь ты. По-моему, последние 2 года у тебя нескончаемый траур. Франсуа, это неудачная шутка. А я и не шучу. Послушай, Таня, пожалуйста, надень это платье. Я ведь не так часто тебя о чем-нибудь прошу. Идеально. О, месье и мадам Арно. Хорошего вечера. Да, конечно. Извините. Я очень рада, что вы заглянули к нам. Надеюсь, вы не скучаете, месье Арно. Таня, добрый вечер. Добрый вечер. Таня, ну как же здесь можно скучать? Такая ослепительная хозяйка может скрасить даже похороны. А вот и Франсуа. Дорогой. О! Месье Арно. Месье Дюпон. Очень рад вас видеть. Здравствуйте. Я тоже, мадам Арно. Я как раз говорил вашей жене, что вы организовали восхитительный прием. Как здорово, что вы откликнулись на наше приглашение. Спасибо. Очень рад видеть вас и вашу супругу. Как дела в кредит Паризьен? Все хорошо. Слышал, вы процветаете и значительно увеличили инвестиционный портфель. Татьяна, какой прекрасный прием. Спасибо. Тебя не было в клубе уже 2 недели. Что случилось? Мы готовимся к ежегодному балу. Нам нужна твоя помощь. А я... Луис забрал Сережу. Прошу извинить меня, мадам Арно. Что случилось? Ленька. Он увез моего сына к своей матери. Таня, что мне делать? Дорогая, я дам тебе телефон адвоката, который в таких случаях помогает русским женам. Успокойся, моя хорошая, идем. Месье Арно, не обращайте внимания. Эти женщины... Да, понимаю, понимаю. Опять эти русские страсти. Бесплатный концерт. Чем обязан визиту? Ты не разговаривал со мной весь вечер. Странно, что ты заметила. Мне кажется, что ты прекрасно провела вечер в компании своей русской подружки, которая, кстати, пришла без приглашения и в совершенно неподобающем виде. Только русские могут себе позволить такую дикость. Она моя подруга. У нее случилась беда, ей было некому больше обратиться. Муж не позволяет ей видеться с ребенком. Надеюсь, ты не собираешься вмешиваться? Я прошу тебя прекратить все контакты с Ольгой. Это может повредить моей репутации. Что-то еще? Дорогой, я все время думаю о маме. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Давай поедем в Москву с девочками. К тому же мы 3 года там не были. Хотя бы на несколько дней. Мы уже отдыхали в этом году. Может, пригласим ее к нам? Мы это уже обсуждали. Сейчас не самый удачный момент для этого. Наше время расписано на 1/2 года вперед. И, кстати, я очень хочу спать.
Франсуа, пожалуйста. Я не так часто тебя о чем-нибудь прошу. Будешь уходить, выключи свет. Пожалуйста. Спасибо. Число нелегальных иммигрантов увеличилось вдвое. Их надо гнать из Франции, пока они не заполонили все кругом. Франция для французов. В нашей семье есть представители других наций, Франсуа. Ты не даешь мне забыть об этом. Между прочим, сегодня опять пришел гигантский счет за воду. Ты принимаешь ванну каждый вечер. Типичное русское барство. Сливаем деньги в канализацию. Я не могу заснуть, пока не приму ванну. Да, твой сон поистине бесценен. Катя, убери телефон. Это неприлично. Но ты же читаешь газету. Таня, вот твое воспитание. Она еще спорит со мной. Чем ты занимаешься с утра до вечера, а? Ты в состоянии нормально исполнить хоть одну из своих обязанностей? Истеричка. Папа, не кричи на маму. Это я виновата. Замолчи и ешь. Ребята, ну мне нужен ваш драйв, сексуальность. Ну как... Ну, поменяйте позу, сядьте к нему на колено, обнимите ее. Ну, конечно. Вот. Совсем другое дело. Ага, снимаю. Не замирайте. Да, продолжайте. Угу, одну секундочку. Да, алло. Да, Зоя Федоровна, слушай. Что случилось? Угу. Да, 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 я знаю, где это. Хорошо. Я сейчас приеду, держитесь. Угу, все. Так, перерыв на час, ждите меня. Алло, Ксения, я никак не могу до тебя дозвониться. Я занята была, привет. Привет. Слушай, твоя мама в больнице. Как в больнице? Что с ней? Ну, какие-то боли в животе, давление скачет. Ее скорую ночью забрала. Ты не волнуйся, я сейчас же еду к ней. Спасибо тебе, дорогая. Я вылечу первым же рейсом. Давай, я тебя встречу. Франсуа, подожди. Что случилось? Мама в больнице. Я вылетаю в Москву. Что с ней? Пока не ясно. Боли в животе, перепады давления. Я уверен, ничего серьезного. Просто гипертония. Дождись точного диагноза. Зачем тратить лишние деньги на поездку? Франсуа, это моя мать. Ей 77 лет. Я должна быть с ней. Делай, что хочешь. Хорошо, врач сказал, ничего критичного, ну, возможно, панкреатит. Я всю неделю была плохое предчувствие. Вот. Так, все, никакого предчувствия, все хорошо. Ну, посмотри, солнце светит, все живы. Рядом лучшая подруга, которая, между прочим, тебе очень соскучилась. Кстати, шикарно выглядишь. Да? Спасибо. Ну, рассказывай, как ты тут? Хорошо. Ну, как себя может чувствовать свободная, роскошная женщина? Ну, конечно, хорошо. Пойдем, машина ждет. Танечка, ну зачем тебе надо было вот так срываться? Мам, разве я могла не прилететь? А Ксения уже обо всем позаботилась. Вон, выбила мне отдельную палату, поговорила с врачами. Вон, гостиницу мне принесла. Ты деньги верни, а то у нас сейчас все очень дорого. Не волнуйся, мам, конечно, верну. Ты мне лучше скажи, когда у тебя начались эти боли, почему ты мне ничего не говорила? Ну, а зачем мне тебя тревожить? По пустякам. И потом в моем возрасте даже ненормально, когда ничего не болит. Мам, ну разве можно быть такой беспечной? Тебе нужно серьезно обследовать. Ой, ну все, все, все. Ты лучше скажи, вы этим летом приедете меня навестить? Или мне к вам махнуть? М?
Ну что? Франсуа сказал, что... А знаешь что, мама, я думаю, что у нас получится к тебе приехать ненадолго. Я его говорю. Детка, ты не спорь с Франсуа. Он твой муж, глава семьи. Как решил, так и будет. Вот я свой характер независимый. Обуздать не сумела и... Ну и что? Осталась одна. Одна тебя воспитывала, ставила на ноги. Это очень тяжело. Слава Богу, ты замужем. Помни, детка. Горбенко, пройдемся на ЭКГ. Вы нужны в пятой палате, срочно. Я помню, мамочка. Для женщины семья – это самое главное. Самое. А сейчас я пойду и поговорю с доктором, все выясню. А после к тебе вернусь, хорошо? Хорошо, хорошо. Давай. Доктор, извините, пожалуйста, я могу с вами поговорить по поводу Горбенко Зои Федоровны? А кто вы ей? Я дочь. Странно, вроде утром я с дочерью уже беседовал. Нет, это была моя подруга. Скажите, что с ней? Что-то серьезное? Мы сделали КТ брюшной полости. У вашей мамы аневризма брюшного отдела аорты. Подождите. Это какая-то ошибка. Мне сказали, что у нее панкреатит. Иногда симптоматика аневризма брюшной аорты напоминает обострение панкреатита. Вашей маме нужна операция, и чем скорее, тем лучше. То есть теперь ты собираешься остаться в Москве на неделю? Возможно, дольше, если маме будут делать операцию. Ты можешь прилететь хотя бы на свадьбу к отелю? Твоя подруга выходит замуж за замминистра торговли. Мы должны... Неужели это все, что тебя сейчас волнует? Между прочим, когда умирала твоя мать, я сутками не отходила от ее постели. Я предлагал перевести ее в госпиталь. Все должно быть по-человечески. Ты не понимаешь? По-человечески, а не так, как удобно тебе. У тебя опять истерика. Я не могу продолжать разговор в подобном тоне. Войдите. Вам пришел конверт из банка, месье. Спасибо. Прости, я должен работать. Созвонимся позже. Пока. Так, на сегодня все. Завтра продолжим. Опять неприятный разговор с Франсуа? А приятных у нас уже давно нет. Франсуа настаивает, чтобы я вернулась в Париж. Состояние моей мамы его совершенно не волнует. Я вообще не понимаю, как ты это терпишь? Столько лет. Ради детей. Я понимаю, что Франсуа обеспечивает нам такой уровень жизни, который я не в состоянии самостоятельно дать девочкам. Да какой уровень жизни? Ты же сама говорила, что тебя попрекает каждая копейка. Ксюха, ну что ты от меня хочешь, а? Да, я несчастна. Да, я отдала полжизни человеку, которого я не люблю. И что мне сейчас делать? Кому я нужна? Мне почти 40. С двумя детьми на руках. Так, спокойно, без паники. Ты себе нужна, ты маме нужна, ты мне нужна. Все, пойдем. Куда? В одно шикарное место. Тебе надо развеяться. Пойдем. Дорогая, спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. Ну за что ты меня благодаришь? Слушай, ну мы подруги со школьной скамьи. Ну кто мне давал списывать все время, а? Ты брала меня за компанию на свидание с мальчишкой. Да, и несколько раз мои кавалеры западали на тебя. Как западали, так и отпадали. Ты лучше расскажи мне, что у тебя с тем архитектором. Каким архитектором? Ну как? Вы 2 месяца назад к нам в Ниццу с ним приезжали. О, этот-то, да я его не видела с тех пор. Как так? Ну вот. А я подумала, что наконец-то отдам тебя в хорошие руки. Танька, ты меня в этот омут не затащишь. Знаешь, мне иногда кажется, что я вообще не создана для семейной жизни. Ну зачем все какие-то сложности? У меня сейчас одна знакомая разводится. Чуть в тюрьму не села. Набросилась на мужа с ножом. Представляешь? Да ты что? Да? А можно вас? Повторите нам. Что-нибудь еще? Повторить? Давай, за встречу. За встречу. А что с ними случилось? Ну, брак и так трещал по швам. Потом у них год не было секса, они возненавидели друг друга. Но она и набросилась на него с ножом. Все логично, между прочим. Ну, я бы все равно так с Франсуа не поступила. Подожди, ты что хочешь сказать, что у вас тоже с Франсуа уже не лямур тужу? Уже 2 года. Да. Ну ты даешь, подруга. Это все из-за моего нервного срыва. После...
выкидыш во мне что-то сломалось, и я не подпускала его к себе. Почему же ты мне ничего не рассказывала? Ну, знаешь, это как публичное признание собственного поражения. В общем, давно мы живем уже в разных комнатах, а точнее на разных планетах. Навряд ли уже сойдемся. Слушай, давай выпьем за то, чтобы судьба тебе дала пинок под зад. И ты, наконец, стала свободной и счастливой за тебя. Ой, это мне мой заказчик звонит. Слушай, это срочно, я выйду на секундочку. А ты пока обрати внимание, кстати, какие красавцы вон до вас зашли. Посмотри. Давай, давай. Ксюха. Прошу, это вам? Ну, я это не заказываю. Это от молодого человека. Попробуйте. Отличный коктейль. На вкус апельсиновый сок. Да? Да. Хорошо, я попробую. Спасибо. Да уж, действительно интересный микс. Наверное, какой-то секретный рецепт. Крепкий алкоголь. Ром, текила, виски. Особая комбинация. Снимает все барьеры в общении. Меня, кстати, Олег зовут. Очень приятно. Может быть, проведем этот вечер вместе? Гарантирую прекрасный ужин и незабываемую ночь. Молодой человек, держите себя в руках. Я уверена, что ваше предложение рано или поздно кого-нибудь заинтересует. Главное, не теряйте надежду. Вот это да. Что, за нами уже погоня? Да. Меня преследуют наглые малолетки. Слушай, подожди. Он такой красивый. Мне кажется, это отличный вариант на одну ночь. Я бы не отказала. Идем, Ксюха. Ой, даже не надо. Не надо меня уговаривать. Я не согласна ни на какую операцию. Вообще, зачем мне это надо? Я прекрасно себя чувствую. Зоя Федоровна, я еще раз вам объясняю. Нам очень повезло, что мы нашли аневризм на ранней стадии. Сейчас вы чувствуете себя нормально, но картина может измениться в любое мгновение. Чем дольше мы будем тянуть, тем больше риск разрыва аорты или образования тромба. Вам необходима операция. Таня, мне все-таки 77 лет. Я могу не перенести наркоз, понимаешь? Мамочка, даже не думай об этом, все будет хорошо. Такие операции делают каждый день. Это не сложнее, чем вырезать аппендицит. Я правильно ведь говорю, доктор? Ладно, я согласна. Только перед операцией мне надо повидать внучек. Мало ли что. Ну, конечно, мамочка. Я полечу первым же рейсом и привезу их сюда. У нас ведь есть несколько дней. Да, я назначу операцию через 3 дня. Ой. Ой. Мамочка. Вот, есть рейс в 15:45. Я успею, хорошо. Подожди, куда ты так торопишься? Зачем тебе вообще лететь? Пусть Франсуа девочек привезет, и все. Франсуа палец о палец не ударит ради моей матери. Еще спиной рта будет доказывать, что это моя очередная блажь. Возможно, даже попытается задержать меня в Париже. Так все это унизительно. Ксюха, дай, пожалуйста, мой паспорт. Он в портмоне, в сумке. Сейчас принесу. Слушай, а чего-то я не вижу ни паспорта, ни портмоне. Как? Смотри, ничего нет. А где же он? Там вся моя жизнь. Слушай, может быть, в карманах посмотреть? В карман бы портмоне не поместилось. Хорошо, ну в какой-то другой сумке, может же быть? Я была с этой сумкой. Боже, неужели потеряла? Фух. Так, все, спокойно. Если оно было, значит, оно где-то могло здесь выпасть. Я пойду посмотрю на кухню, а ты тут поищи. Mm-hmm. Проверь билет, паспорт. Mm-hmm.
Главное, доверенность. Тань, все на месте. Надеюсь, что все у нас получится. Не волнуйся, все получится. Привезу я твоих девиц через пару дней. Франсуа перед моим напором не устоит. Да, он как будто даже тебя побаивается. И правильно делает. Спасибо. Ну, с Богом. С Богом. Не переживай. Все будет хорошо. Ну, спасибо. Все. Круто, что ты приехала. Мама сказала, что нас в Москву повезешь. Привет, мои дорогие. Привет, мой хороший. Конечно, отвезу. Завтра же будем собираться. А сейчас сюрприз. Круто. Смотрите, что я вам привезла. Это тебе. Спасибо. А это тебе. Спасибо. Это косметика? Да, чтобы были самые красивые. Такую хотела. Да. Смотри. Ну-ка, попробуйте накраситься. А? Хорошо, попробуем. Покажитесь потом. Салют. Здравствуй. Привет. Очень рад тебя видеть. Я тоже. Прошу. Спасибо. Значит, сначала нужно подать заявление в полицию, а потом идти в посольство. Я поняла. А сколько это займет времени? 2 недели. А раньше никак нельзя. Я поняла. Хорошо. Спасибо. Вы? Что вы тут делаете? Как вы нашли мой адрес? Даже не спрашивайте, Татьяна. Пришлось поставить на уши всю Москву. Вот, нашел в баре. Спасибо вам большое. Спасибо. Это просто повезло, мой одноклассник работает в полиции. Помог найти вас, и вот, собственно, я здесь. Может, чаем угостите? А, ну... Да, конечно. Проходите, пожалуйста. Упс. Скажи. Ты уверена, что присутствие девочек в Москве сейчас действительно необходимо? Абсолютно уверена. Татьяна очень любит свою мать. У нее может случиться очередной нервный срыв. Ты же этого не хочешь? Да. Хорошо. Завтра куплю девочкам билеты. А что за история с паспортом? Женщины иногда теряют голову. И важный документ. Вот и Таня потеряла. Что ты так смотришь? Я просто очень рад тебя видеть. Тогда за встречу. За потери, которые нас сближают. У вас умер философ. Ну, почему умер? Еще не все потеряно. Помню, последние экспедиции. Ладно, буду рассказывать, потому что... Экспедиции? Да. Я археолог. Ну, надо же. Мы с вами почти коллеги. Только я без диплома ушла с последнего курса. Почему? По семейным обстоятельствам. Тетя Ксения? А? Ты потерялась? Забыла где-то туалет. У тебя же в спальне есть туалет. Ой, точно, Саша. Спасибо тебе, дорогая. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, так часто и бывает, что самые интересные находки обнаруживают наименее опытные люди.
Новичкам везет. Ну да. Это я еще заметил на первой экспедиции. Мы что-то нашли, сами не поняли, что. Как раз инспекция приехала из отдела древности. Но самое интересное, на них выходит простой рабочий с каким-то шаром в руке. Говорит, ребят, это что? Оказалось, античная пиксида почти цела. Ну надо же. Ну да. Интересная история. Вот. Уже поздно. Вот. Возьмите вознаграждение. Это вы сейчас серьезно? Таня, если вы хотите меня отблагодарить, давайте мы завтра съездим на Черное озеро. Говорят, там нашли библиотеку Ивана Грозного. Mm. Вот. Слава Богу, наконец-то ее нашли. Я очень рада. Но никуда я с вами не поеду. Вам пора. Да. Да, простите. Спокойной ночи. Исполнен над вагой, окутан плащом. Я здесь, Инезилья, я здесь под окном. Объята Севилья и мраком, и сном. Исполнен отвагой, окутан плащом. Я здесь, Инезилья, стою под окном. Чего ты загнался такую рань? Доброе утро! Простите, все в порядке. Я здесь, Инезилья! Олег, пожалуйста, перестаньте. Только если вы поедете со мной прямо сейчас. Это шантаж? Да. Я тогда полицию вызову. Да вызывайте. Погнали, мужики. Я здесь, Инезилья! Я здесь под дождем! Объята Севилья и мраком, и сном! Хорошо, я сейчас спущусь. Отлично, я жду. Ребята, а Баба Лена сыграете? Обязательно. Мужики, хорошая работа, спасибо. Наконец-то. Олег, у меня будут неприятности. Я прошу вас, прекратите этот концерт. При одном условии. Вы поедете со мной прямо сейчас. Нет, об этом не может быть и речь. Мужики, погнали. Товарищи, кто заказывал Бамбалелла? Мы готовы. Хорошо, мы готовы исполнить. Хорошо, я поеду с вами. Прошу вас. Ладно. Вы на меня сердитесь? А вы как думаете? Практически меня похитили. Везете неизвестно куда. Послушайте, ну... Танюш, это же настоящее приключение. Попробуйте получить максимальное удовольствие, и все. А я гарантирую вам незабываемый день. А я не умею получать удовольствие насильно. И совсем не люблю сюрпризы. А я вот наоборот очень даже люблю. Откройте бардачок. Откройте, откройте. Как вы узнали, что я люблю клубнику? Это самое спелое, что было в магазине. Попробуйте. Ну,
как? Какая красивая усадьба. Просто рай. Она так и называется. Райок. Может быть, из-за природы вокруг. А может быть, потому что в 18 веке именно сюда владелец усадьбы привез свою горячо любимую молодую жену. Надеюсь, они жили долго и счастливо? Не совсем. Ну, прошло какое-то время, и скучная, размеренная жизнь надоела красавице, и она влюбилась в блестящего молодого офицера. Они стрелялись с ее мужем, по-моему, вот на этом мосту. Да, да, точно. Олег, вы все это сейчас выдумали, верно? Вы мне не верите? Я прекрасно знаю это место. Ничего подобного здесь никогда не было. Вот там, кстати, очень красивая аллея. А в ее конце флигель усадьбы Голицына в стиле ампир. Да. А вот, кстати, там мой офицер встречался со своей возлюбленной. Олег, вы не сдаетесь. Я не собираюсь. Конечно, не доказано того, что мой рассказ – это исторический факт. Но согласитесь, недоказанное и обратное. Да, вот так рождаются мифы. Ну, мне кажется, без них было бы скучно жить. Так. Обед а-ля рус. Растягай с мясом. Ничего себе. Растягай с рыбой. Винегрет. Потрясающе. И гуревская каша. Так. Приборы. Сами готовили? А, ну, конечно. Правда, мне помог приятель из ресторана, но совсем немного. А можно я начну сразу с десерта? Вам сегодня можно все. Спасибо. Так. Божественно. Рассказывают. Чем закончился ваш миф о несчастной жене и ее возлюбленном? Они помирились. Муж отпустил жену к офицеру и благословил союз. Все. Но это что-то из области фантастики. А вы? Ничего вы ничего не видите. Любуюсь вами. Вы красивая. Я на секунду. Да. Так, Сень, ну что там у вас? Все идет по плану. Франсуа согласился отпустить девочек. Прилетаем завтра утром. Уже завтра? Ты как будто не рада. Нет, Ксень, что ты? Я очень рада. Ты мне скинь номер рейса и время. Я вас встречу в аэропорту. Тань, Ксень, я не могу сейчас говорить. А, ну хорошо. Сюрприз. Я предлагаю продолжить наше приключение на лодке. Боюсь, что наше приключение закончилось. Мне пора возвращаться в Москву. Вы меня просто убиваете. Вы что, хотите, чтобы моя молодая жизнь закончилась вот на этой поляне? Хорошо, но если вы это хотите, я... Олег, послушайте. Это
был замечательный день. Возможно, лучше за многие годы. Но я вам уже говорила, в моей жизни нет места для вас. Я замужем. Вы сегодня 10 раз сказали, что замужем. Вы кому об этом напоминаете? Мне или себе? Послушайте. Ваш муж далеко. А я здесь с вами. В сущности, все складывается очень удачно. Такие удачные моменты нужно ловить и пользоваться ими. Мастер и Маргарита. Она была предоставлена самой себе. Никто не мог помешать ей думать о чем угодно, мечтать о том, что ей нравится. Я рад, что вы знаете мой любимый роман. Стать археологом. Твоей внешностью ты мог бы стать актером. Внешностью. С детства во мне замечают все только внешность. Поэтому я хотел доказать, что я могу заниматься серьезным делом. Мне это знакомо. Поэтому ты стала заниматься археологией? Нет. Именно поэтому я ее оставила. Я решила, что моим серьезным делом станет семья. Ты могла стать актрисой. Ты красивая. Я правда в детстве мечтала стать актрисой. Правда, быстро поняла, что у меня ничего не получится. Я не умею притворяться. Но играть это же не значит притворяться. Когда актер играет, он верит в то, что он делает, иначе зрителям не поверит. Ну, во всяком случае, я так думаю, когда смотрю на игру хороших актеров. Музыка. Ну-ка. Идем, идем. Ты прекрасно танцуешь. Спасибо. Это входит в сферу моих обязанностей. Понимаю. Париж. Бальный зал. Ты в роскошном платье с президентом танцуешь. Куда же мне? У тебя богатая фантазия. Обычно я танцую со скучными банкирами и нервными инвесторами. Не верю. Уже ночь. Тебя, наверное, дома заждались. Ты хочешь спросить, есть ли у меня кто-то? Нет, я не в этом смысле. Я развелся год назад. Почему? Это будет плохим финалом сегодняшнего вечера. Я не хочу. Расскажи. У нас был ребенок. Девочка.
Когда она родилась, мы уже поняли. В общем, у нее были несовместимые жизни, пороки развития, и она умерла на третий день. Прости. Я не представляю, как вы это пережили. Такая боль никуда не уходит. Я думаю, что ты еще будешь счастлив. Верь мне. Спасибо. За что? За открытое сердце. Знаешь, рядом с тобой становится светлее. О чем думаешь? Секрет. Люблю секрет. Признавайся, ну. Я думаю о нашем поцелуе. Мне через 2 часа девчонок в аэропорту встречать. У нас полно времени. Мне правда пора. Так. Что случилось? Не заводится? Техника не выдержала накала страсти, и все. Мы приехали. Попробуй еще раз. Сейчас. Финиш. Не забуду наше приключение. Слушай, ужас. Я придумал столько всего, чтобы поразить твое воображение, охватило всего лишь сломанным. Я думала, мы никогда оттуда не выберемся. Ну да, повезло. Повезло, что завелась. Мои уже здесь. Я пойду, ты поезжай. Я не хочу, чтобы они тебя видели. Как скажешь. Когда увидимся? Я напишу, Олег. Спасибо тебе. Девочки мои! Мамочка! Мамочка! Ну, простите, мои хорошие, что я вас не встретила в аэропорту. Привет! Привет! Ну, ты даешь, подруга? Прости, пожалуйста, у меня были такие приключения, я всю ночь не спала. Мамочка, опять ты не спишь по ночам? А после бабушки мы поедем в Москву смотреть? Конечно, сегодня у нас будет самый замечательный день! Ну что, идем? Да. А с кем у тебя были ночные приключения? Да так, с одним знакомым. Он нашел мое портмоне в клубе. О, неплохо.
девчонки, а возьмите сумки сразу к себе в комнату. Проходите, проходите. Ну ладно. Видела, на какой мама машине. Вот это да. Смотрю, ты времени даром не теряла. Ксюх, я пропала. Ой. Такси уже приехала. Так. Ксения, мне нужно отойти на пару минут. Куда, ты что-то забыла, что ли? Понятно. Ночное приключение продолжается. Так, девочки, мы поедем, мама нас догонит. Мама, а как же бабушка? Я скоро приеду. Это он тебе писал? Да, мне нужно с ним поговорить. Мы тебя подождем. Не надо, вы лучше это время проведите с бабушкой. Она вас так ждала. Я скоро буду. Девочки, поехали, все, времени нет. Только никак в аэропорт! Обещаю! Давайте прыгать. Олег, это уже больше похоже на преследование. Ты ставишь меня в неловкое положение. Танюш, послушай, ну, несмотря на то, что я готов видеть тебя 24 часа в сутки, здесь я оказался по очень прозаической причине. Моя старушка решила, что в этом дворе ее последняя остановка. Да ты что, так и не завелась? Нет. А почему ты не поехал на метро или такси? Я просто хотел тебя увидеть. Мы знакомы с тобой всего 2 дня. Это много или мало? Это так мало для серьезных отношений. Слишком много для замужней женщины. И? Наше свидание окончено. И отношения тоже. Постой. То есть ты ответила на мое сообщение? Ты написала, что любишь меня? Для чего? Чтобы... вот так через час расстаться? А ты думал, что мы будем вместе вечно? Да. Ты разведешься. Мы поженимся. Будем счастливыми и, в конце концов, умрем в один день. Ну, умру я раньше тебя. Почему? И сколько тебе лет? 30? 26. Ну вот. А мне 37. Ну, послушай, это же все ерунда. Ладно, когда у тебя день рождения? 3 февраля, что? Ну вот у меня 26 января, то есть я на неделю тебя старше. Поэтому вопрос закрыт, да? Хорошо, этот закрыли. Хорошо. Мне пора. Мама в больнице. Что случилось? Завтра у нее плановая операция. Все будет хорошо. Послушай, ты можешь приехать ко мне днем, вечером, ночью? Олег. Я жду тебя. Смотри, мама сказала, что купит нам вот такую собаку. Ого, какая огромная. Прям волкодав. Это Зенин Кут. Так, а папа-то одобрил? Мы его уговорим. Он не любит, когда мы плачем. Поэтому мы с Катей будем целыми днями плакать. Тогда он точно разрешит нам. Мама, ты поговорила с своим знакомым? Знакомым?
Он ее у подъезда ждал, и они... Так, девочки, нам пора. В студии уже все готово для вашей фотосессии. Едем? Да. Танечка, ты с нами? Конечно, с вами. Тогда мы тебя в коридоре подождем. Как жаль, что мы так мало побыли. Девочки, давайте до... завтра меня навестите. Конечно. Ну, когда ты проснешься, мы уже будем здесь. Мои хорошие, мои хорошие. Мы к тебе приедем сразу после операции. До завтра, мои солнышки. До завтра, ласточка моя. До завтра, до завтра. До свидания, Зоя. До свидания. Выздоравливайте скорее. До свидания, Ксюш. Мамочка, спасибо. Ну, как ты себя чувствуешь? Ну, настолько хорошо, насколько это возможно в моем положении. Послушай меня, дочь. Катя проговорилась, что не ждали тебя утром у подъезда. Ты не ночевала дома? А где ты была? Гуляла. Всю ночь? С кем? С одним знакомым. Ой, я так и знала. Таня, послушай меня. Женщинам в твоем возрасте часто начинает казаться, что они что-то упустили в жизни. И они совершают непоправимые ошибки. Мам, не драматизируй. Ой. Ой, Таня, Таня. Мамочка, ну хочешь, я останусь, чтобы ты не волновалась? А тебе все равно не разрешат. Через полчаса придет медсестра, и меня начнут готовить к операции. Таня, я тебя очень прошу, не натвори глупости. Обещаю, мамочка. Ой. Так, ну что, красотки, все готово, да? Миш, добавь рисующего. Все, через 5 минут начнем. Объясни мне, что с тобой происходит, а, Таня? Происходит то, что я не могу объяснить. Ты что, влюбилась? Ксюх, я думаю о нем каждую секунду. Ну, подожди, вы же знакомы всего 2 дня. У меня такое ощущение, что я знаю его всю жизнь. Бывает ведь так. Встречаешь человека и понимаешь, что он твой. Ну, конечно, в жизни все бывает, но... Если б я только была свободна. Ну, хорошо, может быть, это повод наконец-то развестись с Фрунцом. Мы с тобой это уже обсуждали. Развод затянется на годы. А если Франсуа узнает, что у меня другой, он лишит меня моих девчонок. У нас в брачном контракте есть пункт по поводу измены. А если Франсуа изменит тебе? В этом случае ты получаешь и девчонок, и все деньги. Разве не так? Не знаю, наверное. Ну, а хочешь... Я соблазню твоего мужа. Тише. Ну а что? Ну что такого зашло? Ну а что? Ну обнимемся разок, поцелуемся. Ну без интима, естественно. Я найму фотографа, который заснимет всю эту идиллию. Ну и дело в шляпе. Ты думаешь, этого хватит? Конечно. Суд будет на твоей стороне. Факт измены налицо. Смотри, я много раз приезжала к вам в гости, домой. Мы проводили не один отпуск вместе. Ты сможешь развестись. Получишь девчонок, деньги, свободу. И живи ты хоть с Олегом, хоть с Мишкой. Нет, Ксюх, я не могу так поступить с Франсуа. Он все-таки отец моих детей. Это будет подло. Я не знаю. Но тогда мучайся всю оставшуюся жизнь. Это он? Да. Что будешь делать? Не знаю. Напишу, что между нами все кончено. Послушай, ну поезжай ты к нему. Но Франсуа все равно далеко, он ничего не узнает. Ну позволь ты себе хоть раз в жизни быть счастливым. Ну лучше же миг счастья, чем всю жизнь вот это непонятно что. Так, девочки, ну что, начнем? Да. Так, готовы блистать? Супер, очень красиво, замечательно. Здравствуй.
Я так не могу. После этого дороги назад уже не будет. Я не смогу с тобой расстаться, вернуться в Париж. Зачем нам с тобой расставаться? Мы же все решили. Если муж узнает, что у нас с тобой роман, он лишит меня всего, а самое главное – детей. Это условие нашего брачного контракта. Я не могу потерять девочек. Пожалуйста. Давай мы с тобой просто полежим 5 минут. А потом я уйду. Навсегда. Мама, мы не обедали, я есть хочу. Потерпите, мои хорошие. Доктор, как мама? Почему операция длилась так долго? Операция прошла с осложнениями. У вашей мамы остановилось сердце, мы ее, конечно, завели. Но после операции она не может дышать самостоятельно. Сейчас она подключена к искусственной вентиляции легких, находится в медикаментозной коме. Что это значит? Она проснется? Простите, конечно, но точного прогноза в этой ситуации вам не сможет дать ни один врач. Будем надеяться на лучшее. Извините. Да, спасибо. Мамочка, что случилось? Бабушка не может проснуться после операции. Это значит, что она умерла? Васенька, ну что ты, моя хорошая? Бабушка жива, она скоро будет с нами. Алло. Ксюха, извини, пожалуйста, что я тебя снова беспокою. Ты не могла бы забрать девчонок к себе домой с больницы? Конечно, заберу. Не переживай. Но я не могу вот так расстаться. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Олег, я не могу сейчас. У меня мама в коме после операции. Врачи не дают никаких прогнозов. Ты в больнице? Да. Диктуй адрес, я скоро приеду. Хорошевская, 24. Третий корпус. Надо было к тебе приезжать. Это была ошибка. И такое ощущение, что я сейчас расплачиваюсь за нее. Не говори так. Хочешь, я могу остаться с тобой? Хочу.
тебя, скорее всего, не пустит. Я сама еле договорилась, что вы меня оставили. Но я могу здесь подежурить. Ты, если захочешь, будешь выходить ко мне. Я не хочу, чтобы ты провел ночь на улице. Приезжай домой. Только пообещай мне, если что-то понадобится, обязательно позвони. Я приеду в любое время дня, ночи. Странно у нас с тобой расставание получилось. Мы и сутки не продержались врозь. Что ты хотел мне сказать? Да так, ерунда. Ничего срочного. Хотел еще раз напомнить, что люблю тебя. Держись. Я с тобой. Таня? Таня? Франсуа, не думала, что ты прилетишь. Тебя Ксения уговорила? Ну, не делай из меня монстра. В конце концов, твоя мама при смерти. Я прилетел сразу же, как смог. Ты очень плохо выглядишь, Таня. Милая Зоя, как жаль. Она в коме третьи сутки. Ты не хочешь поехать со мной в отель? Принять душ, отдохнуть немного? Нет. Я должна быть здесь. Мама может очнуться в любой момент. Нужно все время разговаривать с ней. Я читала, что люди в коме все слышат. Таня, твоя мама в медикаментозной коме. Она ничего не слышит. Ей 77 лет. Она перенесла сложнейшую операцию. Ты должна посмотреть на ситуацию, как взрослый человек. Твоя мать вряд ли очнется. Как ты можешь такое говорить? Откуда ты знаешь? Ксения помогла мне переговорить с врачом. Доктор сказал, что операция прошла с осложнениями. Шансы Зои невелики. Прошу тебя, успокойся и поедем в отель. Завтра свяжемся с нотариусом. С нотариусом? Зачем? Подготовить все для открытия наследственного дела. Мы ведь не можем долго оставаться в Москве. У твоей матери есть квартира, которая достанется тебе, и нужно уточнить, сколько она может стоить. Ты говоришь о продаже маминой квартиры сейчас? Когда она еще жива? Таня, я деловой человек. Уходи. Убирайся отсюда немедленно. Видеть тебя не могу. Истеричка. Это моя мама. Не смей говорить о ней, как о мертвой. Ты понял? Ты, как всегда, в своем репертуаре. Если я тебе понадоблюсь, я в отеле «Континенталь». Чудовище. Таня, что случилось? Сделай это. Что? Соблазни моего мужа. Я больше не смогу с ним жить под одной крышей. Франсуа, подожди. Ксения, я больше не намерен терпеть выходки этой истерички. Успокойся, все образуется. Ты останешься с Таней? В этом нет необходимости. Тогда поедем к тебе за девочками. Послушай, а ты не хочешь сначала позавтракать?
Давай, куда поедем? К тебе в отель. Спасибо большое. Спасибо. Это благодарность за все, что ты для нас сделала. Ух ты, спасибо. Как красиво. Спасибо. Что ты делаешь? Здесь могут быть камеры. Сейчас это уже не имеет значения. Таня сама попросила соблазнить тебя, чтобы первой подать на развод. Тогда мы просто не можем ее разочаровать. Так, я купил салфетки. Ты просила сухие, влажные, бургер и йогурты. Вот, держи. Спасибо. Танюша, тебе надо поспать. Я не могу спать. Я должна все время разговаривать с мамой. Люди выходят из комы. Такое случается сплошь и рядом. А он похоронил ее. Собрался распорядиться ее имуществом. Иди ко мне. Ты очень устала. Тебе надо поспать. Да. Послушай меня. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя. Ты станешь рассуждать мудро. Прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я. Тань, проснись, я за врачом. Мамочка. Ты где? У Тани в больнице. Послушай, немедленно уходи оттуда. К Тане едет муж. Ты же не хочешь, чтобы у него были неприятности? Я не хочу, но… Тогда немедленно уходи оттуда. Твое задание выполнено. Встречаемся в баре, как договорились. Она сама справляется. Снимаем режим ИВЛ. Ну что ж, все параметры в норме. Мамочка, ты очнулась, все хорошо. Сейчас она будет отходить от наркоза, вы постарайтесь ее не беспокоить. Алло. Алло, Ксюха. Моя мама очнулась. Позови, пожалуйста, Катю и Асю. Поздравляю. Они сейчас спят. Так разбуди их. Разве ты не поняла, что я только что сказала? Тань, может быть, все-таки не стоит? Ксюха, что ты несешь? Позови, пожалуйста, Катю и Асю к телефону. Что ты вздыхаешь? Что-нибудь случилось? Тань, Франсуа днем перевез девочек к себе в отель. Не понимаю, почему? Не знаю. Наверное, посчитал, что там он будет лучше, чем у меня. Ну да, наверное. Я ему позвоню. Ксюх, спасибо тебе. Я не представляю, что бы я без тебя делала. Я тебе позже позвоню. Давай, хорошо.
vous avez composé n'est pas joignable actuellement. Merci de laisser un message après le bip sonore. Добрый вечер. Вы не подскажете, в каком номере остановился Франсуа Дюпон? Как вас представить? Я его жена. Присядьте, пожалуйста, я сейчас уточню. Спасибо. Алло? Привет. Прости, что опоздала. Вижу, ты отлично проводишь время. Привет. Твой гонорар. Я не возьму. Почему? Ты отлично справился с заданием. Я даже не ожидала. Я сам себе противен. Похож на какого-то Альфонса. Ну, честно говоря, ты и есть Альфонс. Ладно, не переживай. Провел время с шикарной женщиной. Бери бабки и исчезай с глаз долой. Я же тебе сказал, не возьму. Хорошо. Нет, так нет. Это очень благородно. Только не смей преследовать Татьяну. Ты же не хочешь разрушить ее жизнь? Бейли. К сожалению, Бейли закончился. Из ликеров у нас остался только лимончелло. Будете? Я не буду. Татьяна? Здравствуй, Франсуа. Повтори. У меня хорошие новости. Моя мама, которую ты уже похоронил, пришла в себя. Очень рад это слышать. Присядем, нам надо поговорить. Что происходит? Почему меня не пропустили в твой номер? Где дети? Я должна сказать им, что бабушка очнулась. Они будут очень рады об этом узнать. Что это? Прочитай внимательно. Это иск о разводе и досудебное соглашение о разделе имущества и опеке над детьми. Я против того, чтобы платить лишние деньги адвокатам. Надеюсь, мы договоримся. Я согласна на развод. Франсуа, наш с тобой брак действительно умер. Таня, пожалуйста, прочитай внимательно документы и подпиши каждую страницу внизу. Что это? Я не понимаю. Развод в связи с моей изменой? Все имущество и право опеки над детьми переходят тебе? А я ни на что не претендую? Франсуа, ну я не изменяла тебе. Никогда бы не подумал, что ты умеешь так хорошо врать. Ну, я говорю тебе правду. Это удар для меня, но я постараюсь его пережить. Как ты знаешь, по условиям брачного контракта ты теряешь все деньги и не можешь больше воспитывать наших дочерей. Франсуа, но это неправда. То есть... Я действительно влюбилась. Я потеряла голову. Но я не изменяла тебе. Давай спокойно все обсудим. Боюсь, что нам больше не о чем говорить. А где Катя и Ася? Не беспокойся, с ними все в порядке. Они во французском посольстве у моих друзей. Франсуа, ты же знаешь, я не могу потерять их. Ты не можешь так поступить со мной. Я ведь знаю тебя.
В глубине души ты не злой человек. Пожалуйста. Франсуа, я откажусь от своей части денег. Но дети... Не забирай у меня детей. Если ты согласишься на развод без суда и подпишешь все документы, возможно, я позволю тебе иногда видеться с девочками. В противном случае ты больше никогда их не увидишь. Я тебя и поймала. А где привет? Так соскучилась, что прилетела среди ночи? Думаю, утром тебя бы и след простыл. На звонки не отвечаешь. Студия закрыта. Франсуа получил фотографии и заставил меня подписать документы о разводе. Неплохо получилось, да? Олег отлично сработал. Прекрасный артист. Очень перспективный. Ты ведь и правда в него втюрилась? Можно тебя спросить? Почему? Почему? А потому что несправедливо. Когда одним достается в жизни все, а другим ничего. Ты о чем? Ведь ты всегда получала все самое лучшее. Самое лучшее? Да ты прекрасно знаешь, что я была несчастна в браке с Франсуа. Господи, да всем бы такое несчастье. Богатый муж, дом в Париже, вилла в Ницце. Но ведь это ничего не стоит без любви. Ну, раз это для тебя ничего не стоит, значит, я позабочусь о твоем доме, о твоих детях и о твоем муже. Так ты с Франсуа? Уже 2 года. Мы сблизились, когда у тебя случился нервный срыв. Пока ты страдала, я утешала твоего мужа. Как только вы разведетесь, мы с Франсуа поженимся. А ты будешь свободна, и перед тобой будет открыт целый мир. А, так вот о какой ты свободе говорила тогда в баре. А документы вы тоже заранее подготовили? Естественно. Нам только нужен был удобный случай. Болезнь твоей мамы оказалась очень кстати. Мне кажется, тебе пора. Арвор. Пожалуйста. Я прошу тебя. Не забирай моих детей. Они ведь тебе не нужны. Ты права. Они мне действительно не нужны. Но Франсуа их тебе никогда не отдаст. Хотя, ты знаешь, мы с ними неплохо ладим. И я думаю, что в Париже с нами им будет лучше, чем с тобой. Всего хорошего. Асенька, как у тебя дела в новом классе? Катюша, про меня кто-нибудь спрашивал? Папа ходит на собрание родительского комитета. Мамочка, все хорошо, я уже со всеми подружилась. Мадам Кирисак про тебя несколько раз спрашивала. А тетю Ксению она вообще не желает слушать. Зачем он только женился на этой дуре?
Катя, я просила тебя так не говорить. Мама, зачем ты нас бросила? Это неправда. Кто вам такое сказал? Тетя Ксения. Не слушайте ее. Разве я могу вас бросить? Я люблю вас больше всего на свете. Я думал, вы уже давно разошлись по своим комнатам. С кем вы разговаривали? Я ведь просил вас не звонить маме в мое отсутствие. Неужели так сложно выполнить эту просьбу, а? Хотите, чтобы я забрал ваш ноутбук? И планшеты? Ну ладно, не обижайтесь на меня. Что мне сделать для вас? Мы хотим к маме. Если ты нас не отпустишь, мы убежим из дома. Господи, ну что с вами делать? Умоляю, прекратите рыдать. Я что-нибудь придумаю. Асенька, давай еще сырничка, а? Не, ба, я наелась. Катюш, а тебе долить еще какао? Не-не, я не буду. Ты с Оливье переписываешься? Нет, он был зануда. Я теперь встречаюсь с Мишей из параллельного класса. Девочки, говорите по-русски. Нет, мамочка, пусть говорят, как им нравится. Я не хочу, чтобы они забывали французский. Девочки, не забудьте позвонить папе. Хорошо. Мои девочки. Мамочка, сможешь их забрать сегодня из школы? А то у меня лекция в университете, я не хочу ее пропустить. Ой, Танечка, я вот не понимаю, зачем тебе в твоем возрасте понадобился этот диплом? Лучше бы познакомилась с кем-нибудь. Плохо быть одной, да? Нет, мам, с меня хватит. Я была 15 лет замужем. Можно сделать и перерыв. Таня, Франсуа ведь не заберет девочек обратно, а? Не волнуйся, не заберет. Ксения этого не допустит. Поверить не могу. Сколько лет эта мерзавка притворялась твоей лучшей подругой? А я, мам, даже рада, что она получила то, что хотела. Каждому свое. Ну что, побежала, все. Да? Господи, давай, удачи, удачи. Девчонки, скорее, а то опоздаем в школу. Ой-ой-ой-ой. Тяжелые же у вас рюкзаки. Девочки, садитесь в машину. Таня. Умоляю тебя. Мне нужно кое-что тебе сказать. Я понимаю, ты меня никогда не простишь, но ты просто выслушай. Даже не мечтай. Больше времени проходит, тем больше я понимаю, что не могу без нее. Танечка, как ты поздно? Девочки уже легли спать. Мама, пусть этот человек немедленно уйдет из нашего дома. А мне кажется, вам следует поговорить. Я вас оставлю. Быстро он усыпил твою бдительность. Это он умеет. Дай мне 2 минуты. Давай, начинай. Мне даже интересно, что ты выдумал свое оправдание. Садись. Тань, послушай. Ксюша мне рассказала, что в Москву приезжает ее лучшая подруга. Она рассказала, что у тебя был нервный срыв, что с мужем отношения хуже некуда, и ты ничего не ждешь от жизни, ну и так далее. И попросила меня развлечь тебя. У тебя получилось. Развлек на всю жизнь. Сколько она тебе заплатила? Какая разница? Денег я не взял. Почему?
Помнишь, ты мне рассказала о брачном контракте? Я помню. Я понял, что Ксения ведет какую-то свою игру. И тут речь не идет о том, чтобы вывести тебя из депрессии. Я хотел рассказать тебе об этом, но не смог. Твоя мама была в больнице. Я не хотел тебя тревожить, и я до сих пор не понимаю, что произошло тогда. Прошу, поверь мне. Поверить? Ты же врешь, как дышишь. Скажи, ты всем своим клиенткам рассказываешь слезливую историю про ребенка? Тань, я бы такого никогда не выдумал. Прости. Что тебе от меня нужно? Мне нужна ты. Постой. Я вчера узнал, что Ксения в Париже вышла замуж за бывшего мужа своей лучшей подруги. И у меня все сложилось в голове. Я понял, что ты в Москве. Что ты свободна. Да, я действительно свободна. И для меня это большое счастье. Давай начнем все заново. Дай мне шанс. Меня зовут Олег. Я действительно хотел поступить на ИСТФАК, но не прошел. Стал актером. «Мастер» и «Маргарита» — мой любимый роман. Еще я обожаю археологию и клубнику. Я очень рада, что ты ничего не знала о плане Ксении. Дорогая, пожалуйста, переоденься. Это платье слишком кричащее. Я не подумаю. Я ведь не так часто тебя о чем-нибудь прошу. Мне нечего надеть. Ты заблокировал мою кредитную карту. Ты делаешь слишком много ненужных покупок и совершенно не умеешь экономить деньги. Но я уверен, ты научишься. Со временем. Я думала, что выхожу замуж за состоятельного человека. Я стал состоятельным, потому что считал каждый евро. Прошу, надень другое платье. У нас сегодня важные гости. Здравствуйте. О, Франсуа. Я рад снова видеть вас в нашем доме. Вы выглядите просто потрясающе. Вы представите меня вашему супругу? Да, конечно. Это Пьер. Он адвокат, помогал мне с разводом. О, какая романтичная история. Поздравляю. Познакомьтесь, это мадам Арно. Добрый вечер. Очень приятно. Здравствуйте. Так как это произошло? Вы знаете, чудесным образом. Адвокат по разводам женился? Да, это действительно чудо. Вы, наверное, много повидали за свою практику. Но хоть кому-то повезло с разводом. Добрый вечер. Здравствуйте. Привет. Привет. Что, пойдем поговорим? Видеть его не могу больше. Уже несколько месяцев живем в разных комнатах, стараемся не пересекаться. Ты поговорила с Пьером? Да, но боюсь, он не сможет тебе помочь. Почему? Но вы не нажили совместного имущества за этот год. Делить вам нечего. Ты могла бы потребовать алименты, но... Ну что? Пьер считает, что Франсуа докажет в суде, что ты вышла за него по расчету. То есть, подожди, если я хочу развестись, мне что, придется еще откупаться? Боюсь, что именно так. У нас в брачном контракте
есть пункт, если Франсуа мне изменит. Так что мы еще поборемся. Давай, хорошего вечера. Уважаемые гости, подходим немного поближе для общей фотографии. А, пожалуйста, подходим, подходим. Мама с левой стороны. Помнишь, ты мне говорила, что в этом флигеле ни одна влюбленная пара не встречалась? До сих пор мне не веришь? Сейчас верю. Теперь это исторический факт. Но факт — это самая прямая вещь в мире. Так, еще? Еще ближе? Вот так. Смотрим в камеру. Улыбаемся. Улыбаемся.